Всем привет, вас приветствует игровой канал Сайн Геймер, меня зовут Пашок, и мы продолжаем проходить GTA Vice City и продолжаем работать на тетушку Пули. Sorry, I must have the wrong address. Well, you might as well come in and rest your souls and have some tea. Do you have something there for me, Tommy? Yeah. This place feels familiar to me. It's a smell from childhood, a deja vu. Now, Tommy, I'm going to whisper a little errand for you. Hear me well, aye? You look like someone I... The Cubans have fast boats they use to cross the seas with drugs. It is their livelihood. My nephew been making little flying bombs to take them out. Blow the boats to coffin wood. Thanks for the tea. Ну что ж, в этой миссии нам нужно будет маленьким самолетиком уничтожить лодки кубинцев, уничтожить лодки для того, потому что они перевозят наркотики морем, перевозят это очень быстро и на этом робят нормальненько бабла. Сразу говорю, что это не очень такая уж моя любимая миссия, хотя я ее всегда проходил с первого раза. Проходил ее с первого раза, потому что проходил ее тоже альтернативным способом, так же как и миссию, ну и почти много миссий я проходил альтернативным способом в GTA Vice City и вычитав их все в интернете. Всего вам здесь дается 3 самолетика, вот этот, еще один, ну и еще один. Так, вот это место здесь проходил с девочкой, мы еще 3 кейса взяли. Сажаем вот тут вот самолет, где я, и идем давить кубинцев. Так, минус 1. Минус 2. Давите их с такой большой скоростью, чтобы... Чтобы они, короче, сразу умирали. Все, это третий. Так. Убил или нет? Ну, вроде не пикнуло. Нет, да, не убил. Ох, ёпта. Все, отлично. Он умер. Идем к следующим. Так, давайте сначала вот этого вот столкнем. Его можно вот так вот столкнуть. С такой вот маленькой скоростью ехать. Падай. Все, отлично, он упал. Так, теперь нужно как-нибудь вот сбросить вот этого вот. Этот чувак у меня всегда падал в лодку, поэтому я его не очень любил. Так, блин, вечер. Не очень-таки хорошо. Так, развернем. Самолетик. Ну, довольно-таки такой долгий процесс, но все же эту миссию можно пройти. Без всяких заморочек, когда вы там должны будете лететь на этом самолетике, сбрасывая бомбы на движущие катера. Ну, чувак, ты до сих пор сидишь, да? Все отлично. Самое главное, сейчас самолетик, чтобы в воду не упал. Так, надо вот этого чувака задавить срочно. Может быть, что такое, что он стоит рядом вот с этим катером, и он может упасть туда в катер, и вы его больше никак не собьете. Все, отлично, я его убил. Остался последний. Здесь немножко не видно. Все отлично. Теперь можно взлетать и спокойно уничтожать лодочки. Чтобы взлететь, поднимайте вот сюда вот. Разворачивайте самолетик. И взлетайте. Давай взлетай. Ой, ё-моё. Свой самолетик аж подорвал. Но ничего, у нас еще есть в запасе. Целых 2 самолетика.
Но я вроде ни одного катера не уничтожил. Или уничтожил там. А, да, уничтожил, смотрите. Сбросим еще одну бомбу. Уничтожил, нет. Но вроде нет. А сейчас. Да, все, отлично. 2000 баксов. Мы выполнили миссию. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Паша. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Всем удачи, счастливо и пока.